Для клиента собрали большой заказ. Шруса внутренней наружной на Ниву. Вот 22-24 шлица. Далее тоннель пола под большой блок. Руль приора 2 для установки, для электроусилителя руля. Также кардан, проводка, обманка. Также для установки электроусилителя. Распорка нижняя, параллелограмм вата, задний стабилизатор. Далее диски передние, тормозные, надфарники TuneAuto. Задняя блокировка DAN 20, передняя INSA блокировка, преднатяг 7 кг. Далее комплект амортизаторов, шток авто, лифт плюс 50, регулируемые тяги, полностью регулируемые, так далее, уплотнители всех окон без замка. Вот что у нас еще здесь: усиленные рулевые тяги с контргайками, пружины техноресор, лифт плюс 50, зад плюс 30, полуося, также усиленные АВТ производитель, вот длинный новый мост. Далее усиленный вал привода, вал рейсинг 450 мм. Вот такой вот заказ у нас получился. Стоимость данного заказа вышла порядка 85 тысяч.